Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Вопрос номер один. В Бобруйском горисполкоме прошло рабочее совещание. На чем акцентировали внимание? Положительным моментом является отсутствие смертельно травмированных на производстве. Виртуальный наркомаркет. Правоохранители задержали опасных курьеров. Молодые люди признали, что успели поработать на виртуальный интернет-магазин. Чем грозят быстрые деньги? Задели струны души. Учащимся школы искусств имени Тикоцкого вручили свидетельство специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Эти дети заслужили такую материальную помощь, которая им оказана, участием в международном конкурсе «Хрустальный Василек». На что способны виртуозы? А также открытый микрофон, дорожный патруль и зимний уикенд. Синоптики обещают сильный снегопад. Что еще преподнесут эти выходные? Помочь тем, кто попал в беду. Президент посетил логистический центр рядом с пунктом пропуска «Брузги» на границе. Александр Лукашенко пришел посмотреть, как обустроен быт людей. Для беженцев созданы необходимые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать и питаться. После президент пообщался с людьми. Белорусский лидер заверил, Минск не будет насильно никого возвращать домой, если мигранты сами этого не захотят. Из страны уже эвакуировано на родину около 1000 человек. Просто человеческий мой вам совет. Вы, пожалуйста, определитесь. Определитесь, как вам лучше. Или домой... Или будете терпеть эти невзгоды и лишения и стремиться в ту же Германию на Запад? Или у вас будут какие-то другие цели? Подумайте. Единственное скажу, лучше, к сожалению, пока не будет. Я вам обещаю, все, что я могу сделать и органы государственной власти Беларуси, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западное государство вам помочь. Президенту можно было задать любой вопрос. Открытый микрофон для всех желающих. Беженцы благодарили Александра Лукашенко за гуманитарную помощь и крышу над головой. Азбука безопасности. В Бобруйском горисполкоме обсудили итоги и планы работы по выполнению директивы номер один. На ком лежит ответственность за исполнение норм документа, разбирался Максим Кембель. Деятельность правоохранителей и служб спасения, безопасность дорожная и на производстве. Это малая часть задач и вопросов, которые закреплены в директиве номер один. Работа в этом направлении ведется практически в круглосуточном режиме. Главное оружие в борьбе – профилактика преступлений, семейного насилия, алкоголизма, гибели людей. Работа ведется по 6 основных направлениям, на каждом из которых я остановлюсь отдельно. Первое направление – информационная работа. На постоянной основе в средствах массовой информации размещаются материалы по профилактике правонарушений, преступлений, формирование ответственного и безопасного поведения по охране труда. Проведен ряд плановых мероприятий профилактической направленности, акции за безопасность вместе, единый день безопасности, семья без насилия, дом без насилия, внимание дети и так далее. В рамках единых дней информирования в трудовых коллективах за текущий период 2021 года рассмотрен 21 вопрос по безопасной жизнедеятельности граждан. Рабочее совещание не подведение итогов, а поиск решений. В заседании принимают участие руководство города, представители прокуратуры, министерства по чрезвычайным ситуациям, депутатского корпуса. Здоровые и безопасные условия труда – главная задача, которую ставит перед собой государство. И здесь цифры говорят сами за себя. За январь-октябрь 2021 года не допущено роста травмированных на производстве к аналогичному периоду прошлых 3 лет. Хочу отметить, что по оперативным данным на сегодняшний день число работников, получивших тяжелые производственные травмы, снизилось на 1 с 13 в 2020 году до 12 в текущем году. Еще одним положительным моментом является отсутствие смертельно травмированных на производстве. Что касаемо криминогенной обстановки в городе, статистика гласит, большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Тема пожарной безопасности также в центре внимания. Отопительный сезон – время большого количества происшествий. Поэтому принято решение еще больше активизировать работу в этом направлении. И все-таки каждый должен помнить о личной ответственности. Только соблюдение всех правил и законов поможет сохранить не только свое здоровье, но и близких людей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Губительный даркнет. В Могилеве у наркодилеров изъяли полкилограмма психотропа.
В роли курьеров выступили двое парней и девушка. При себе у них обнаружено 500 граммов альфа-ПВП. Наркотик сбытчики намеревались разложить по частям на территории Витебской и Могилевской областей. Молодые люди признали, что успели поработать на виртуальный интернет-магазин. Чуть более 2 недель крупные партии фасовали на мелкие дозы и раскладывали в Могилеве и его окрестностях. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Белорусский экспорт, средняя зарплата и первые ушибы. За 2 недели от гололедных и холодовых травм пострадали свыше 300 человек. Как себя обезопасить? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Армения за 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза. В 2016-м он составлял чуть более 32 миллионов долларов, а в 2020-м уже свыше 82. Основными позициями экспорта в Армению в январе-сентябре стали молочная продукция, мебель, вычислительная машина для автоматической обработки информации и лекарства. Около 300 белорусов пострадали от гололедных и холодовых травм за 2 недели. Больше всего в Витебской и Гродненской областях. Специалисты предупреждают, потенциально опасные места – ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки и горки, в том числе детские. Если ушиба избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмпункт. Госавтоинспекция проводит массированные отработки дорог и населенных пунктов. Особое внимание грубым нарушениям ПДД, которые становятся причинами аварий с участием пешеходов. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами. Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1478 рублей 90 копеек. Она стала на 36 рублей больше, чем месяцем ранее. Речь идет о сумме до вычета обязательных отчислений. Традиционно самая высокая зарплата у жителей столицы – около 2000. Сильный снегопад, порывистый ветер и до 8 градусов тепла. Такая погода ожидает белорусов в выходные. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 4. Дар или упорство? Учащимся школы искусств имени Тикоцкого вручили свидетельство специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Среди награжденных – 3 ученицы. В зале – родители и педагоги, которые поддерживают маэстро на всем творческом пути. Живое завершение – виртуозное выступление на цимбалах и аккордеоне. Чижона Кристина, Ермолаева Милана и Фисюк Ксения – это наши ученики. Чижона Кристина в этом году поступила в колледж искусств, город Минск, наша выпускница, и продолжает наше образование по сфере музыки. Эти дети заслужили такую материальную помощь, которая им оказана, участием в международном конкурсе «Хрустальный Василек», который проходил в прошлом году в городе Минске. Сейчас в школе искусств занимаются 1000 талантливых ребят от 7 до 15. Это не только музыкальное направление, но и театральное. Выпускники ежегодно оказываются среди учащихся специализированных колледжей и университетов. Чтобы не было беды, сотрудники Госэнергогазнадзора напоминают жителям о важности безопасного использования плит, котлов и бойлеров. Для исправной работы оборудования нужно вовремя обслуживать, минимум раз в год. Самовольные действия караются рублем. Чтобы плита, котел или водонагреватель служили верой и правдой, необходимо раз в год проводить техническое обслуживание. Иначе не избежать пожара или взрыва. Конечно, самому этим заниматься не стоит. Лучший метод – обратиться к специалистам. Работу осуществляют газоснабжающие организации и сервисные центры. Заключить договор нужно до подключения оборудования. Также важно периодически чистить дымоходы и вентиляцию, особенно перед отопительным сезоном. Эксплуатация газопроводящего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания через дымоход, это газовые котлы, газовые водонагреватели, запрещена. И может повлечь за собой не только какие-то неприятные последствия в виде отравления угарным газом, либо возгорания, ну и потери имущества и жизни и здоровья наших людей. При сгорании природного газа в котлах образуется конденсат. Он содержит кислоты, которые способны разрушить дымоход. При перепадах температур этот процесс происходит быстрее. Совет от экспертов – использовать установки из нержавеющей стали. Неисправность грозит не только ремонтом, но и последствиями для здоровья. Угарный газ может попасть в помещение, где находятся люди.
Еще один не менее важный момент – обратная тяга. Дым, который не выходит на улицу и попадает в помещение, может привести к пожару. Причин несколько – неправильная конструкция, близкое расположение высокого дерева или недостаточная вентиляция. Проблему нужно решать как можно быстрее, иначе есть риск надышаться угарным газом. За несвоевременную проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также несвоевременное обслуживание газоиспользующего оборудования влечет наложение штрафа до 10 базовых величин. За самовольное подключение газоиспользующего оборудования влечет наложение штрафа до 20 базовых величин. При запахе газа отключите оборудование, откройте окна и позвоните в аварийную службу по номеру 104. Если неисправность коснется котла или водонагревателя, проверьте тягу с зажженной спичкой. В противном случае обратитесь в организацию по ремонту и прочистке дымоходов. Соблюдайте правила пользования и берегите себя. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. До боя курантов больше месяца, а Бобруйск уже готовится к волшебному празднику. На главной площади приступили к установке каркаса для новогоднего символа. По традиции на монтаж 30-метровой зеленой красавицы потребуется свыше 50 живых елок разных размеров, высотой от 3 до 14 метров. Кроме того, мерцающие хвойные появятся и в других частях города. Украсить свои дома призывают и жителей частного сектора. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!